Теперь я все чаще вспоминаю то время. Олимпиада, год 1980. Вся страна живет в ожидании этого почти невероятного события. И вдруг выяснилось, что весь мир вдруг собрался к нам в гости. Мы, конечно, не должны были ударить в грязь лицом. Ведь мы самые-самые. Самая большая открытая спортивная арена в Европе – наши Лужники. Самый большой отель в Европе – наш Космос. Самый большой крытый стадион в мире – наш Олимпийский. Ранняя весна 80-го вместе с воздухом свободы принесла импортные сигареты, прохладительные напитки, джем в ярких пластиковых коробочках. Отовсюду улыбался обаятельный олимпийский Мишка. У меня роман с однокурсником. После окончания института я выйду за него замуж, поступлю в аспирантуру. Мы пополним ряды советской интеллигенции. Однако все пошло совсем не так, как предполагалось. История страны, как говорится, постучалась в мои двери. Тань, привет. 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 Здравствуй. Таня! Что? Смотри, ты что, уже отстрелялся? Да, Света уже сдают. Представляешь, всех валят. Тихо. Ну что? Ужас. Просто кошмар. Препод, я таким его первый раз вижу. Просто зверь. Следующий, пожалуйста. Кто смелый? Кто пойдет? Ну, я пойду. Ни пуха, ни пера. Удачи. К черту. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна. Голубева Татьяна. Я попрошу вас выполнить одну задачу. Представьте себе, что вы, ну, скажем, на Олимпиаде. Встретили болельщика, который очень огорчен результатом матча. Угу. Так вот, я попрошу вас как-нибудь его успокоить. Kann ich mir jeden von vorstellen? Alten, jungen, ist er deutsch oder spricht er nur deutsch? Как вам будет угодно. Это чистая импровизация. А я вам подыграю. Вы позволите? Да, конечно. Haben Sie es gesehen? Ich meine den Elfmeter. Das ist doch ein Witz. Es ist unglaublich. Elfmeter? Ich bin nicht stark in den Fußballregeln. Ты что, за Теньку так волнуешься? Подумаешь, экзамен. Для нее это просто лишний повод блеснуть. Ага. Это нам нужно. Ну а чё ж ты все время ноешь, ноешь, потом сдаешь хорошо. Хорошо. Но звезды с неба не хватаю. Ну слушайте, чё? Даже я такого не ожидала. Там этот мужчина из пресс-центра так хорошо говорит по-немецки. Скорость просто невероятная. Ну, а ты что? Ну, говорят, что отлично. Ну, а ты волновался. Ладно, пойдем. Пойдем. Удачи. Спасибо. Всем удачи. Ребят, а вы что, в общагу праздновать не пойдете? Ой, слушай, у нас у Кирилла, у мамы сегодня юбилей. Мы обещали быть. Понятно. Давайте, удачи. Пока. Пока. Голубева! Да? Тебя в деканате ждут. А кто? Не знаю, сказали срочно. Сейчас, я быстро. Да-да, проходите. Меня просили зайти в деканат. Да, пожалуйста, присаживайтесь. Прежде чем мы начнем, я хотел бы с вами выполнить одну необходимую формальность. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Что это? Подписка о неразглашении. Вот здесь я хотел бы увидеть вашу подпись. Пожалуйста. Татьяна, я хотел бы поговорить с вами о результатах сегодняшнего экзамена. Откуда такие знания? Я не совсем понимаю ваш вопрос. Хорошо, я сам на него отвечу. Ваш отец Александр Иванович Голубев, профессор истории в МГУ. Мама Лариса Алексеевна Голубева, доцент Института физкультуры, в прошлом известная гимнастка. Дед по линии матери Александр Григорьевич, генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза. А вот покойная Евгения Константиновна, ваша бабушка, в совершенстве владела немецким и английским. Вот она-то и научила вас языкам в совершенстве. Вы хорошо осведомлены. У нашего ведомства есть особый интерес к специалистам с высоким уровнем подготовки. Если я вас правильно поняла, речь идет о Комитете государственной безопасности. Пока только о собеседовании.
Потом, возможно, спецподготовка, но направление будет зависеть от результатов нашего с вами сегодняшнего разговора. Спасибо вам большое. Это честь для меня. Но мы с папой как-то уже все спланировали. И я буду рада, если кафедра даст мне направление в аспирантуру. Меня очень интересует наука, и я вполне кабинетный человек. Вы уверены? Абсолютно. Ну что ж, вы можете идти. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Юрий Владимирович. Сидите, сидите. Нам кто-то еще из списка нужен? Нет, из этой группы никто. И что хотели? Ну, оказывается, этот в комиссии, он совсем не из пресс-центра. Откуда? Только обещай, что никому не расскажешь. Ну, в каком смысле? В прямом. Я дала подписку о неразглашении. Тише, тише. В общем, он из КГБ. И, ну, считай, что они предложили мне сотрудничать. Смешно даже. Смешно? Ну, конечно. Ничего смешного. Мне же он не предложил. Нет, ну, понятно, что у тебя язык на совсем другом уровне. Ну, что ты ответила? Догадайся. Ну, конечно, это не для меня. Пойдем, у меня для тебя кое-что есть. Ну, прямо на бал. Дай посмотрю. Кирилл просто упадет от восторга. Да. Спасибо вам, Ксения Васильевна. Замечательно. Это пакет для мамы. Она заказывала. Угу. Смотри, там конверт внутри. Ага. Не забудь достать, это билеты в театр. Между прочим, четвертый ряд портрет. Спасибо вам большое. Ну, беги. Спасибо. Беги, беги. Девушка, я могу вам чем-нибудь помочь? Да, мне на Ленинский нужно. Садитесь. Спасибо. Вы хорошо знаете мой район. Вообще отлично водите. Спасибо. 20 лет за рулем. То есть как 20? Вы что, с 10 лет за рулем? Спасибо, конечно, но мне уже не 30. К сожалению. А знаете, как я купил свой первый автомобиль? Как? Вернулся в Москву из командировки. Заработал. Еду в троллейбусе по Садовому, а у самотеки, у моста. Знаете мост у самотеки? Угу. Смотрю, длиннющая очередь. Причем из одних мужиков. Вот это, которое сейчас у Березки, это просто детский лепет по сравнению с нашими очередями.
Да, 20 лет прошло, очереди как были. Что же у нас за страна такая? Страна очередей. Страна у нас замечательная. Вы согласны? Так точно. Почему вы сказали так точно? А мне кажется, что вы военный. Да, интуиция у вас на 5 с плюсом. А вы вот здесь можете повернуть. Спасибо. Сколько я вам должна? Да, сколько не жалко. Пожалуйста. Ну, это многовато. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего хорошего. Девушка! Ой. А пакеты? Да, спасибо. Пожалуйста. А телефончик? Я же вам еще про машину не дорассказывал. Вот в этих пакетах лежит подарок для мамы моего жениха. Я вам ответила. Исчерпывающе. Всего хорошего. Всего хорошего. Мам, я пришла. Мамочка. Мам, вот, я привезла. Там Ксения Васильевна билеты передала. В пакете? Да. У тебя же есть друзья, знакомые. Успокойся, успокойся. Саша, ты... Мама, что происходит? Кто там? Ведь Андрей наш сын. Тань, хорошо, ты знаешь, хорошо, ты дик моя одна. Мы с папой попозже подойдем. Ведь Андрею Афганистан. Мам, подожди. Светит, Саша. А кто такой Андрей? Спасать, Саша, спасать. О, Господи. Тань. Я позвоню. Тамар, не волнуйся. У меня есть друг, старый приятель. Он же в Академии Генштаба преподает. Позвони, Саша, позвони. Я никогда ничего не просила для нашего сына, Саша. У меня просто нет никакого выхода. Я не знаю, куда еще успокойся, идти. Волнуйся. У меня, кроме тебя, Андрея, вообще никого нет, понимаешь? Тамара! Тамар, подождите, ну куда же вы в таком... Да, ну хорошо, я понял. Да, срочно. Если позволите, я еще раз позвоню Голубев, он знает. Полковника Рогачева нет на месте. Военные. Ладно, вечером позвоню домой. Пап, а этот Андрей? Он твой сын? Сколько ему лет? На 3 года старше тебя. А что еще общего у тебя с этой женщиной? Тамара была моей женой. Андрей ее сын. Что еще? Ну все, хватит уже. Мы опаздываем. Майя здесь ни в чем не виновата. У нее сегодня юбилей. Вечером поговорим. Я пойду уже, наконец, переоденусь. Они мне лгали. Если им нельзя верить, то кому вообще тогда можно верить? Мне. Да ну тебя! Ну а что, собственно, произошло? Они что, тебя предали? Да. Да чушь. Они тебя просто берегли. Берегли, потому что любят. Они бы тебе сказали, но позже. Да. Угу. Ты так думаешь? Да. Ну, может, ты и прав.
Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Ларонька, спасибо тебе. В Кремле? Нет, ну это же очень дорого. Ну все, перестань, Так. ЦК КПСС, садись. Я буду вино. Белое, сухое. Леонида а где Сашка? Брежнева. Сейчас. Состоялось очередное заседание Президиума Верховного Совета. А, еще не вернулся. Ну хорошо. Вы меня простите, ради бога, я понимаю, что я вам, наверное, надоел, но если позволите, я еще раз вам позвоню. Сын, понимаете? Да, конечно, можно мне позвонить. Да, запишите телефон. Честно говоря, я и не думала отмечать. А Женька говорит, ну если уж отмечать, то только с Голубевыми. Садись. Ну что тут у вас, мусик? Вот налей, пожалуйста, мусичку. Может, уже можно. На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов государственной жизни, связанных со... Я хочу выпить за нас. Ведь мы уже друг другу роднее родных. И дети наши скоро объединят наши семьи окончательно. Это меня... Не понял. Простите. Он сейчас... Что за неорганизованный народ? Да, Андрей попал в беду. Нахамил замполиту, а он тот еще оказался самоду. Да еще со связями, понимаешь? Нет, кто же говорит, что... Нет, конечно, надо послужить, но ты пойми меня, ну не в Афганистане же, ну... Да, я прошу тебя, посодействуй, если можешь. Хорошо. Так, так, после. А завтра никак. Я подъехал, куда скажешь. Вечером, может быть, домой. А, не знаешь, когда. Ну, хорошо, я понял, понял. Давай тогда так. Послезавтра, да, в 3. Я у тебя в академии. Спасибо, спасибо. Саша, послезавтра. Ну что, Саша? Закрылся у себя и молчит. Не надо было от нее скрывать, конечно. Рано или поздно, все равно это скрывается. Конечно. Но ты же сам хотел, чтобы была идеальная семья. Хотел попозже, попозже. Да, хотел, хотел. Но думал, как ты знаешь, все тайное становится явным. Вот и студентам ведь это говорю. Но сам думал, как-то проскочу, как-то... Как-то никто не узнает. Ладно. Надо будет с ней поговорить, а объясниться как-то. Спи, я поговорю. Может быть, не пойдем завтра никуда, а? Ну, как-то сейчас не до театра. Почему? Ну ты что, Таня так мечтала попасть на этот спектакль. Она очень расстроится, если мы не пойдем. Да, ты права. Ладно, иди, поговори с ней. Прости нас. Ну, конечно же, мы должны были тебе об этом сказать. Но поверь, папа ни в чем не виноват. Тамара сама ушла от него. Она попросила о разводе. Папа оставил им квартиру, ушел в никуда. Потом встретил меня. Родилась ты. Мы хотели тебе сказать об этом. Но сначала не хотели травмировать, решили сказать, когда ты вырастешь. Но ты постарайся понять нас и прости, если можешь. Простить прощаю. Понять я не могу. Вот только посмотри.
Крис Бруев, потому что это чуть ли актеры хорошие. Так, хорошо. Ну вот, а ты идти не хотел. Вы стойте здесь, а я пойду в очередь. Да, хорошо, мы здесь будем. Девочки, это мои хорошие знакомые соседи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, мне стало удобнее? Да, спасибо. Ага, спасибо. Все познакомьтесь. Это Карл, мой коллега из ЧИСОС. Приятно. Да. Очень добрый приятно. Вечер. Очень приятно. Карл. Это Таня. Ой, Саш, ну что ж, ну давай, давай. Звонок вроде был первый, да? Да. Мы в зал пойдем. Всего хорошего. Да, до встречи. Иди сюда. Иди сюда. Познакомь меня с девушкой поближе. Помоги, я в долгу не буду. Карл, ты что? У тебя же дев в пруде и в Праге, в Ленинграде и в Москве. Что она тебя так зацепила? Она схожа на Ружену, на мою первую любовь, понимаешь? Ксения, помоги Господи, мне. Господи, ну ты дурак старый, Ружена. Эта девочка не по тебе. Ой, как же мне понравилось, Абдулов. А тебе, Саша? А я же больше на актрису. Саша! Это твой идиотский театр. Перестань так говорить при Тане. Саша! Что? 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 Саша, беда, все кончено, Саша. Подожди. Ну что, говори, надо что? Надо что-то делать, Саша. Говори. Саша, Андрюша. Он позвонил полтора часа назад. И? Он звонил с КПП. Его увозят, понимаешь ты? Куда? Он не знает куда. Надо что-то Может, делать. Просто его переводят в другое место службы, понимаешь? Что ты говоришь, переводят? Ты понимаешь, куда его Я переводят? Я он все записал. Записал. Понимаешь? Записал. Я могу поговорить с полковником Рогачевым? Позовите, пожалуйста. Николай Петрович. Андрюшка звонил полтора часа назад с КПП. Сказал, что увозит их куда-то. Куда? Я не знаю, куда. Если бы я знал, узнай, пожалуйста. Позвони. Если твой должник буду. Таня, сделай чай. Жду. Ага. В любое время. А? Где это? А что? Ничего нельзя поправить? Понятно. Андрей откомандирован в распоряжении 345-го воздушно-десантного гвардейского полка. Его уже нет в Москве. А где этот полк? В Фергане. Саша, Саша, подожди, Саша, ну не закрывайся изнутри, Саша! Мам, Саш, мам, тебе одному нужно побыть, мам. Одному? Он напьется. Саш, Саш, пожалуйста, не делай. Мам, дай я. Папочка. Прости меня, Танька. Пап. Жизнь рушится. Никто не слышит, а я слышу. Папочка. Папочка. Не пей, пожалуйста. Думаешь, я сильный? Я просто очень старался. Старался быть сильным.
тебя. Для матери. Пойдем к ней. Да? Пойдем. Пойдем. Не будем ее пугать. Тань! Ну что, как дела? От брата есть что-нибудь? 3 дня назад написал свое первое письмо. Угу. Вот, написал своей маме, Тамаре. Отец к ней ездил, читал, пишет, что часть расквартирована в Фергане. И в части в основном узбеки. Слушай, ну это же ничего не значит еще. Ну все обойдется. Давай сходим куда-нибудь вечером. Ты извини, мне нужно заниматься. Тань! Алло. А можно Сашу? Ты еще не ложилась? Нет. Зачету готовлюсь. Мама не проснулась? Нет. Закрой дверь спальни. Угу. Да, я слушаю. Саша, послушай. Андрюша ранен, он в Бурденко. Я еду, и ты езжай, немедленно, тебе ближе, слышишь? Да. Хорошо, хорошо. Еду, еду. Пап, ну ты что, в таком виде пойдешь? Я с тобой. Его привезли 40 минут назад. Состояние тяжелое, проникающее ранение в живот. Лена, что стоим? 102-ю их. А что можно сделать? Говорите. Беда в том, что время потеряно. Его ранили на высотке под Кундузом. Мне его однополчанин рассказал. Ранили в бою, а вертолет смог забрать раненого только на 2-й день. Как? Вот этого крайнего в хирургию. Как на 2-й? Вертолет 2 дня кружил над высоткой. И сесть и забрать раненых не мог. Мы джахеды высотку обстреливали. Шквальный огонь. 2 дня Андрей пролежал на жаре с открытой раной. Время потеряно. Рана инфицирована, он в коме. Сейчас будем готовить к операции. Какие шансы? Где он? 18-й. Пойдемте, он там. Вот. 2 минуты. Сейчас на рентген его повезем, будем готовить к операции. Вы говорите с ним, говорите. Скажите все, что хотите. А что он слышит? Они все слышат в коме. Когда родной голос они слышат, я знаю. Андрей, Андрюша. Андрюша, ты меня слышишь? Прости меня, сынок. Это сестра твоя. Смотри, у него губы шевелятся. Увозите. Езжайте домой. Успокойтесь. Я здесь буду. Операции не будет. Почему? Потому что он умер. 2 минуты назад, не приходя в сознание. Девушка, а где здесь раненые? Налево. Спасибо.
Саша! Ой, Саша, Саша, я такси взяла, а машина сломалась, представляешь? Я на перекладных, я... Где он, Саша? Саша? Нет. Нет! Товарищи дорогие, помянем Андрюшу, защитника Родины. Может, еще к ордену представят посмертно. Вот ведь парень вместе с боевыми товарищами взял высоту, стратегически важный объект. И удерживал высоту в течение 2 суток. Вот как и дед его под Сталинградом в 43-м. Да при чем здесь Сталинград? Папа. Какой чёрту Сталинград? Папочка. Саш, бред какой-то. Ну, ты чего, Саш? Ну, пожалуйста, не надо. Пап, ну не пей. Лебось, я больше не буду. Том, ты прости, пожалуйста. Я пойду, у меня голова трещит. Я... Простите меня, ребята, дальше без меня. То, что было на сберкнижке. Конечно, папа, все правильно. Марина, Галя, Владимир Иванович, вот салатики, ты не стесняйтесь. Извините. Давайте помянем Андрюшу нашего. Пусть я подожду. Прости меня. Иди. Саша, Александр Иванович, день добрый. Прими мои соболезнования от меня и от всех твоих коллег. У тебя лекция через полчаса. Да помню. 3-й курс, 120-я аудитория. Тут еще скажи, 5-й этаж, левое крыло, 2-й поворот направо. Совсем за маразматики меня держишь? Уйдите, пожалуйста. Не заводись. Вижу, выпил вчера. Зря. Не надо было тебе, Саша. Я сына родного поминал. Мне что, его... Лимонадом, по-твоему, надо поминать?
Не заводись. Я все понимаю. Горе страшное. Скорблю вместе с тобой. Поверь. Я тебя прикрою. Но вчера совет учебный пропустил, не сообщил. Ты глухой, что ли? Я сына провожал. Единственного сына. Ты понимаешь или нет? Не ори. Не мог предупредить. Девочки, сейчас мы поговорим. Орг, вопросы решались важнейшие. Тебя касались непосредственно. Леня, меня сейчас один вопрос волнует. Почему я сына родного не спас? Мог, но не спас. И почему наша доблестная держава посылает пацанов в Афган? Зеленых, необученных, на верную смерть в эти горы! Не ори, люди кругом. Я молчать не буду. Саша, тебя несет. Да ну! Опомнись. Пригласили актера по просьбе Никиты Осипенко из Ленинграда, которому понравился его Ромашов в фильме «Два капитана». Мария Никитина из «Орла» и Оля Николаева из «Куйбышева» написали нам о том, какое сильное впечатление произвели на них роли, сыгранные Богатыревым в фильме «Тань, «Свой среди чужих, чужой среди ты уже полчаса сидишь на этой странице. Пьезд, неоконченная пьеса для механического проснись. Пьезда, открытая книга «Объяснение любви». Не могу, ничего в голову не лезет. Разрешите, пожалуйста, в начале нашей беседы... Понимаю. Постоянно перед глазами его лицо и госпиталь. Какие качества? Ну что делать? Надо собраться. Сессию все равно сдавать. Господи помилуй, да что ж такое? Где же она? Уже давно пора быть. Вот это, наверное, самое страшное, что может быть. Предательство. А какие качества цели? То есть это не значит, надо быть добреньким, это не значит, но ты должен сделать, если это надо, или это не просит, но ты видишь, ты должен сделать все, что тебе дают. Алло? Ой, Леонид Васильевич, здравствуйте. Да, нет, не пришел еще. Я передам, давайте что? Завтра. К ректору в 10 утра. Как разговаривал со студентами про Афганистан? Что, прямо на лекции? Ой, Господи. Но вы же должны его понять. Да. Но это уже, конечно, не в вашей власти. Да, спасибо. Я передам. Конечно, до свидания. Алло? А, Ирина Владленовна, здравствуйте, это Лариса. А скажите, вы не видели случайно, Саша не приезжал на дачу? А, давно там? Боже мой, спасибо вам большое. Нет, нет, не надо ничего передавать, спасибо вам. Да, до свидания, до свидания. Мам, ты куда? Да, папа позвонил. Просит, чтобы я приехала. Он там у знакомых. Ну, поеду тоже. Ты не волнуйся. Давай, мы будем поздно. Не жди нас. Ложись спать, ты моя кисонька. Все, пока. Закрой. Хозяйка, подождите нас, пожалуйста. Мы с мужем вернемся максимум через 20 минут. Ну, только не больше, а то у меня 3 заказа до пересменки. Конечно, конечно. Спасибо, спасибо. Ладно, подожду. Ну,
Саша? Саша! Господи, как ты меня напугал, Саша. Думала, помер, да? Собирайся, Саша. Такси ждет. Куда? Никуда я не поеду. Ну, а что делать-то, Саш? Надо? Надо. Завтра в 10:00 тебе надо быть у ректора. Леня звонил. Он рассказал, что ты студентам прямо на лекции говорил про Афганистан, про войну. Очень просил, чтобы ты взял себя в руки. Ситуация очень серьезная. Может грозить тебе волчьим билетом. Поэтому, Саш, тебе нужно быть в форме и попробовать все это исправить. Да пошли они к чертовой матери! Не-не-не-не-не-не-не. Плесни мне чуток. Ты последний раз запивал 20 лет назад. И то один раз. Презираешь, да? Ну, бог с тобой, Саш. Ну, за что? Лара, я все время вижу, как он там лежит на этой высоте. Жаль, я на этой, с этим животом развороченным, понимаешь? Саша, все. Хватит, Саша, все. Ну, не мучь ты себя, Саш, хватит, Саш. Ну, хватит, Саш. Все, соберись. Уехала. Ну, мы сами доедем, да? Лара, плохой был отец Андрюшки, да? Может быть. Но у тебя же есть Таня, дочь. Саш, давай, выпьешь чаю, примешь душ, да? Поедем в Москву. Москву, Москву. А ты куда бежишь-то? Куда собралась-то? Вперед? Я поведу. За руль, что ли? Да. Ты угодить не умеешь. Здрасте. Здрасте, до свидания. Что? Это же на первого столба. Ты когда последний раз водил-то? 100 лет назад? А ты пьяный. Я пьяный? Конечно. Вот, смотри. Вот, попал. Ну и что? С координацией все в порядке, но за руль сяду я. Так, знаешь что? Иди-ка на штурманское кресло. Иди, иди. Ишь ты. Ничего ему не говори, ничего, просто выслушай, и все обойдется. Главное, не нервничай, и все у тебя получится. Я в тебя верю. Хорошо, что у меня есть ты, Таня, чтобы я без вас, моих девочек, делал. Саша, ну осторожно, Саша, ну что ты делаешь-то? Да, все обойдется. Все будет хорошо, да? Саш, следи за дорогой.